Сейчас я вам расскажу, с какими проблемами я сталкиваюсь в своем аквариуме, который не так давно запустил. Прошло всего лишь 3 недели. Сейчас я быстренько расскажу, какие проблемы вылезли, как я с этим борюсь, что улучшаю, чтобы в дальнейшем не было таких проблем. И вообще, как делаю все возможное, чтобы улучшить жизнь данного аквариума. Травки не дают расти там, где она должна, ее выдергивают. Фильтр, хоть мы его и чистим, его реально надо максимально часто чистить. Он опять забит и весь сжат. Трава также теряет. Ох, вот они, позируют. Трава растворяется в воде, я думаю, это из-за большого количества всяких вредных веществ в аквариуме, так как вода не подменивается. Все выдернуто. Сейчас мы будем все это поправлять как-то. Ну и начнем с самого сложного. Здесь слив, к сожалению, пока не работает. И нам надо будет слить 10 бедер воды. Вот чуть-чуть я слил воды, чтобы удобнее было добираться до стеклышек. Сейчас почищу все стекла и дальше мы сольем еще воду. Почистим стекла, достанем всю травку, которую пощипали эти негодяи, выдернули. Не дают расти траве. Ну что ж такое? Какое-то безобразие просто. Вот. Сейчас все почистим. Сожрали траву, просто сожрали. К сожалению, просто с очком пройтись не могу. Потому что у меня здесь еще пистия плавает. Ряски-то уже не осталось, но пистия плавает. И, соответственно, мне ее убирать не надо. Так бы с очком прошелся бы, было бы гораздо быстрее. Но приходится точечно убирать остатки. Они ее вообще просто сажают. Их вообще нет. 2 куста, а было штук 10. Анубис еще не смогли. Он жесткий, видимо, совсем. Прям похавали. Монстрики.
сама бусовать. Просто все забито. Восьму крупно тону. А? Восьму крупно тону чуть-чуть. Как жир-жир. Ужасный забитый жир-жир просто, жир. Честно говорю, стрёмный фильтр. Не в обиду будет производителю. Не разобрать толком, не помыть. А мыть его надо часто. И вот мучаешься при разборе каждый раз. Вот уже трещина образовалась. Как-то вот так. И сейчас вот опять будет мучение по снятию. Просто не знаю, что делать. Что нажимать вот на это? Нет. Уважаемый производитель, объясните мне, может, я что-то делаю не так? Наконец-то сбылась мечта. Я приобрел внешний фильтр на этот аквариум. Ихейм 600 классик. Так как я человек все-таки немножко ленивый, я думаю, как и все, ну большинство, скажем так, и мыть фильтр каждый день, а он через день, через два, это вообще не мой вариант, я поставлю вот этот фильтр, который облегчит мне жизнь в плане чистки аквариума. Да, его тоже будет мало, и мы будем его дорабатывать, вернее не его, а еще какой-нибудь внешний еще один фильтр. Но это уже большой помощник, который уже хорошо поможет в очистке этого аквариума и в его жизнедеятельности. Хочу открыть, посмотреть наполнители и помыть их, слил воду с аквариума, помыть в этой водичке. Так, сейчас ополосну и буду засыпать. Ополосну в воде из аквариума. Вниз засыпаем керамические кольца, здесь остается вся взвесь крупная и выравнивается поток воды, который дальше идет равномерно наверх. Сначала керамические кольца. Дальше идет крупнопористая губка,
Ну, причем у меня даже в некоторых аквариумах крупнее стоит. Хорошая губка, мне нравится. Блин, если честно, мне и кольца керамические нравятся. Они такие ровные, идеальные. Я такие первый раз вижу в фильтре. И вот губка. Потом идет следующая губка. Пыль, видишь, аж какая? Потому что они пока ехали, терлись друг от друга. Первые два наполнителя, керамические кольца, которые собирают всю крупную взвесь и выравнивают поток воды. Конечно, это будет и биологическая фильтрация, но в основном это все-таки механическая. Губка тоже, соответственно, это больше механическая. Да, она будет работать как биология, но основная ее функция – это механика. Но вот это, вот эти шарики – это, конечно, супербиологический наполнитель, который работает именно на биологию. Покрытие его бактериями будет колоссальное, и эти бактерии будут чавкать всю гадость из аквариума. Классные вещи, и вот это основной бонус, наверное, в этом фильтре, который, ну, больше половины заполнен этим. В этом фильтре еще два, скажем, наполнителя. Это губка угольная и губка сантимпон. Сейчас мы ее положим, так как аквариум в плачевном состоянии. Но в дальнейшем я это уберу, так как это лишнее. Когда фильтр заработает в полной своей силе, то есть он покроется бактериями, положено, мы это уберем. Но сейчас это жизненно необходимо. Я снимаю дубинку. О, смотрите, как прососался. Вот. Хочу кое-какие манипуляции проделать. Так как мои любимые рыбки постоянно и бесконечно выдергивают, всю растительность снимают, то я сейчас хочу прикрепить ее нитками. Прям привязать вот так вот. Ну вот все, на сегодня все работы проделаны, фильтр запущен, травку я привязал. Ну вот это вот гибнет, пока я не буду ничего высаживать здесь еще, так как посмотрю, как наладится экосистема здесь. Баланс надо восстановить. Фильтр качает эхимовский, дуром. Просто дуром. Все поднял, всю взвесь, все крутит, вертит. Я надеюсь, сейчас он все это нормально. И сразу понятно были, всплыли все проблемы, как говорится. Все они налицо. Это грязь, которую, я надеюсь, он прокачает и уберет. Акваэлевский фильтр я убрал. Водичку мы заменили. Вот еще камешки положил. Травку прижал. Надеюсь, что они ее хоть так не вырвут. Это все, что выжило. Вот она. Посмотрим, как она себя вести будет. Эта рыбка. Бандит этот. Маруся я ее назвал. Бандит Маруся. Если будет себя плохо вести, мы ее отсюда уберем. Костронотусом. Посмотрим, как она там себя будет вести.
Всем всего хорошего, до свидания.